Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова я, Майнкрафтер The Master. И сегодня вместе с вами, дорогие друзья, мы будем играть на Sky Control, значит, на сервере Crystalix. Такой вот прикольный вот мини-режим в аркадах, мой один из любимых. Вот, короче, эту серию я снимаю на стриме, дорогие друзья. Так что если вы хотите попасть на серию, то приходите на стримы, на Трова, ссылочка в описании будет. Вот, я сейчас много буду видосов на стримах снимать для того, чтобы просто, ну, короче, потому что так гораздо удобнее. То есть, как бы я отстримливаю, потому что на ютубе сейчас бабок за видосы не платит, к сожалению, да, а на Трово мне платят за то, что я здесь стримлю, поэтому, как бы, да, поэтому сорян, как бы, ну, сука, ты, что ты сделал просто, вы видели, что мой тиммейт сделал, вот он, ох, ух, горит пердак, горит, горит пердак, что, вы видели, что он просто передной блок поставил, я улетел в пропасть, ну, это нормально вообще, нет, Тим Гриф, бан за Тим Гриф, так, хорошо, строимся, не, ну, увидели, это вообще капец, просто взял передной, поставил блоки. В итоге сейчас синие нас будут выигрывать. У синих сколько там? 27 энергии, но 43. Потому что мы даже центральные штуки никакие не захватили. Ну, странно, это странно. На самом деле, синие на центре. Наши тоже на центре. Через лево. Тот чел, который меня, из-за которого я сдох, простроился. Нужно быстрее на центр идти. Нужно все-таки быстрее бежать на центр. Я еще по пути захвачу немножечко. Ох, нам скор! Кто это сделал? Красавчик, боже, скорость нам прокачал. Скорость нет, вот он молодец, смотрите, тиммейт мой в пати, который со мной. Красавчик, красавчик вообще. Вот, так, давай, давай, мистер Блок. А, здесь же теперь какой ПВП, это 1.9 или 1.8, я забыл, какой здесь ПВП? Так, захватываем точку, нужно быстрее центр отжимать обратно. Так, а это что за макросник? Ну, его можно забанить сейчас будет, думаю, после этой катки. X-Demon Lock. X-Demon Lock'а можно банить, он, типа, потому что, ну, с макросами играет. Это, типа, постороннее ПО, в правилах Crystalix запрещено. Резко начал нормально бить, смотрите, без автокликера. Начал бить без автокликера, вы слышали, да? Слышали, такой 15 монет баланса, качаю скорость. А, не понял, почему. А, он с максимальным уровнем скорости уже, чего? Ладно, прыжок возьму тогда. И броню немножечко апну, на броню уже не хватает. Меч максимального уровня, вообще быстро прокачались. Даже не знаю, как мы так... Ох ты, ё, у нас до сих пор через центр прохода нет. Что ты будешь делать просто? Ладно, у нас такая скорость, что не в... Ну, не мне возмущаться вообще. Хотя через центр могли бы и сделать. У нас там еще это, типа, не захвачено или что? Не, просто... просто нам получается только через слева вход. Если нужно запомнить, что теперь каждый раз бежим налево. Необычненько, необычненько так получается. Так, мистера Блока убили, дальше не пустили. Захватываем точки. В этого чела врываемся, который я только что с макросами играл. Я сказал, знаете, услышал, что за макросы бан получит, сразу же вырубил. Чел, ты можешь врубить их обратно в целом, потому что это последняя катка, которую ты играешь. Потому что, ну, чел, с макросами играть здесь нельзя. Никто тебя не будет за них банить, если, ну, что это сложно доказать. Но когда ты настолько жестко их врубаешь, что вот прямо слышно вот этот... Типа, очевидно, что это макросы. Тут даже, ну, типа, думать, гадать не нужно, да. То есть, как бы, это 100% факт. И на 100% факт у нас есть 100% бан. Так, хорошо, хорошо. Поэтому, чуваки, прежде чем вот что-то делать, вы лучше это правило читайте. Потому что вот недавно, короче, расскажу вам, чуваки, расскажу, хочу поделиться. Недавно нашли баг один на Crystalix. Жесткий баг. Можно сказать, чит. С помощью мода одного разблокировать себе персонализацию. Несколько игроков себе разблокировали персонализацию. До сих пор есть такие, у которых это сделано. Я почему вам это рассказываю? На всякий случай, чтобы вы этого не делали ни в коем случае. Если вам скажут, что безопасно, а ничего за это не будет. Зря вы так думаете. У нас есть вся инфа, у нас все логируется абсолютно. И мы знаем, кто таким образом себе получил персу. И такие чуваки уже начинают потихонечку отлетать в бан. Потому что это фактически приравнивается к читам. Ну, потому что вы же нечестным путем правильно получаете, ну, данную херню. Ну, типа персонализацию, предположим, да. То есть, таким образом, получается, приравнивается к читам, и вы будете в бан за читы отлетать за такое дерьмо. Поэтому советую такого не делать. Так, мистера Блока вынести срочно. Блин, тут трое на меня напали, просто как какие-то толпой, блин, бьют. Вообще, охренели. Ладно, нормально. Нормально, вроде живу, броньку себе прокачиваю максимально. У меня максимальный уровень броньки, как раз 0 монет, отлично. Поэтому, ребята, прошу, не нарушайте правила проекта. Почему каждый раз я прямо добегу, ё-моё? Это очень опасно, да, для вас, для ваших аккаунтов. Потому что, ну, чуваки в бан летают. Запомните, ваша привилегия не спасет вас от бана. Реально, у нас уже и годы в банах есть, которые больше 100 тысяч задонатили. Потому что, ну, они использовали читы. Причем, знаете, как это некоторые люди думают. Вот, смотрите, я могу объяснить логику некоторых людей.
Недавно, ну буквально как недавно, 2 месяца назад мы забанили года одного. Вот, за то, что он играл с читами с твинка. И, ну, у нас же все логируется, мы можем это отследить, мы можем все это сделать. То есть, как бы, такие случаи спорные. Когда мы 100% уверены, что это факт, ну, типа, что это его аккаунт, что он с него уже заходил, тогда мы уже баним. Мы можем это отследить, поэтому не переживайте. У нас такие данные имеются. Вот, и, соответственно, за читы на твинке босс снова улетает в бан, и он такой, типа, пишет, что это несправедливо, я, типа, с твинка играл, и вообще, я, типа, я проверял, работает или нет. Я такой смотрю, у него там 72 аккаунта забанено, то есть человек создавал аккаунты, 72 аккаунта реально сидел, играл, ну, типа, вот с этим дерьмом. И я такой думаю, кого ты пытаешься обмануть, типа, проверить? Он решил, 72 раза человек проверил, работают ли читы, да, у него, и это, 72 раза в бан улетел. Вот такие вот истории прикольные вам решил рассказать сегодня на видосике, да. Так, ну, кажется, в этой катке мы точно победили, прямо, я бы сказал, в пух и прах разгромили синих, даже по какому-то нестандартному... На такой скорости вообще по ПВП-шицах это супер неудобно. Но это мне не мешает убить мистера Блока, а потом еще убить этого Макросни. Так, давай, ну, давайте, давайте, давайте. А куда звуки-то пропали? Куда звуки пропали от его забивания? Они что, типа, испарились резко? Чел, ну ты что такой живучий-то, ё-мо? Мне кажется, надо сенс понизить мне в такой скорости. Сейчас, немножечко понизил на мышечке. Хорошо, у меня на мышечке можно сенс сразу же уменьшать. Это очень удобно, кстати. Все, победа. У меня, конечно, статистика не такая крутая, потому что у нас центрального пути не было. Я очень много времени тратил туда-сюда бегал, но я думаю, можно еще одну каточку сыграть на Sky Control сегодня. Даже, может, не одну, может, парочку, потому что эта кадочка была, ну, слишком простая. Не было какого-то жесткого противостояния. Хочется жесткое противостояние, поэтому давайте, заходите, кто там самые жесткие есть. Так, ну что ж, дорогие друзья, вторая кадочка у нас сразу же начинается. Вторая кадочка подъехала, смотрите, вот, видите, вы, наверное, удивитесь, скажете, а почему одни и те же ники? А потому что вот эти вот ребята на стриме сидят. И, кстати, на стриме очень высокий шанс попасть на видос, ребята, потому что я объясняю, потому что на стримах у меня сидит мало народу, по 200-300 человек сейчас пока что, но по выходным там по 600, по 700, даже по 1000 бывает. Особенно, когда бункер записываем, да? Ну ты что так медленно строишь? Это что за скорость черепахи? Быстрее давай. О, пошел, пошел. Так, я помогаю тебе. Все, бро, развернись уже, развернись. Все, я блоки поставил, давай. Беги дальше, строй, я это захвачу. Я же поставил блоки еще до того, как он развернулся. То есть он там сам как-то неправильно прыгнул, получается. Но я закончил ставить блоки, да, раньше. Так что тут меня никак не обвинить. Как я в прошлом раунде обвинил чела, ну... Так, отлично, по центру строится, мистер Блок хорошо идет, просто к победе, к цели, я сразу же спрыгиваю вниз. Так, хорошо, отлично, наши уже все свою часть захватили, ребята даже уже построились на центре начинается битва, мистер Блок там в опасности, нужно быстрее прибежать туда, помочь ему. Наши пацаны сразу же резко просто влетают, ломают кабину этому синему, ну нет, синий ломает нам кабину. Надо синего сломать, все, синего сломали, отлично, сразу же переходим на следующую точку, здесь бежит синий, я по нему бью, нормально, мистер Блок пошел сразу захватывать точку, молодец, молодец, красавчик, захватывай спину, добивай синего, о, меня скинул, нет, почему, первыми умирают самые красивые, так, ладно, хорошо, не важно. Бежим еще раз. А вот, блин, скорость бы прокачать. Там один человек какую-то скорость нам прокачал. Вообще было круто, когда скорость была. Надо бы на самому накопить, на скорость тоже скорость вкачать. Но видите, зато благодаря моим видосам по Sky Control, который я выпускал, теперь постоянно здесь скорость качают тиммейты. Это реально круто, наверное. Просто в прошлой катке прокачали. Не знаю, в этой прокачали. Посмотрим. В это посмотрим, да. Так, ну что, чел, давай спрыгивай. Ну что ты стоишь? Давай. Кто у нас прокачал бустер скорости? Не, ну опять какой-то слишком, знаете, одностороннее унижение. Вот смотрите, вроде мистер Блок теперь за меня. Нас вроде тоже четверо, смотрите, нас четверо, синих пятеро. Синих пятеро, нас четверо. Как мы выигрываем? Это настолько я крутой игрок, что ли? Неужели я так жестко аннигилирую всех, что, ну, противники просто, ну, сдаются. Они, типа, они не могут ничего сделать. Минус один, минус второй. Ты сдохнешь или нет, Ридис? О, отлично, минус второй, смотрите. Ну, я реально просто, видимо, настолько я реально крут. Я такой классный. Как говорит, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Поэтому отлично, разобрал этих нубиков. Тут сразу же следующий еще подошел на разборке. Мы сейчас с ним тоже справимся, быстренько с ним разбираемся. Отлично, отлично. Так, а что это блок не поставился? Блок, ты что? Блок, предательский блок не поставился. Все, я погиб, к сожалению. Но у меня 8 монет, как раз хватит, чтобы прокачать скорость нам, пацанам. И мечи еще, да, алмазненько. Просто сюда, родимый. Сейчас пойду дальше сносить лица этим пацанам. Ну как-то слишком опять в сухую, смотрите, 424 поинта против 117. С учетом того, что их на одного человека больше. Как такое возможно просто? Как? При том, что я сегодня как-то не выпадаю, наверное, из-за того, что не записывал видосы так много дней. Разучился пвпшиться в Майнкрафте, нужно снова привыкать. В Mountain Blade просто играл, дорогие друзья, на стримах, да, вот играл в Mountain Blade, и, соответственно, там
ПВП немного другое, такое тоже, знаете, средневековое, как в Майнкрафте, я бы сказал. В Майнкрафте можно сказать, что такое средневековое ПВП, все-таки луки, мечи и так далее. Вот у меня тоже, я там лучник, за лучника играю. Да капец, просто, не знаю, по жеве мне ударил, вообще нормально так снес. Так, все, и броньку еще качаем, отлично. Пора бы уже броньку качать, что со мной, помогите. Так, хорошо, все, идем на центр, так, бежим. Ага, так, слева придется захватывать точечки. Там меня вот как раз таки убили. Но я думаю, наши там отбили немножечко. Хотя нет, ну, пытались отбиться, судя по всему. Их тут убили, надо Ритаса убивать, у него алмазный меч. Нужно как можно быстрее его убить. Он по мне попадает, а по нему нет, все, Ритаса нет. Этот с деревянным мечом, он не представляет угрозы. Если я только по нему попадать буду. То он распрыгался, что тут. Опасная ситуация была, если честно, я так немного помансил. Но вроде спокойненько все. Так, все бегут через центр, а я побегу через лево. Захвачу их тут точки, чтобы они тоже, знаете, такие, типа, оп. Мистер Блок, иди этот, со мной бежишь. Ну давай, давай, давай. Давай, давай, мистер Блок. Оп, оп, нападай на этого синего, давай, раскидываем его лицо. Быстренько, сейчас, правда, меня убьют. Тут Ритас еще пришел. Все, я быстренько, а, это не Ритас, это был Кекси. Кекси убил, нифига, ну тут пацаны приехали толпой, ну это прям целая бригада, я вам скажу. Ну все, меня уже завалили. Так, скорость, качать не качать, давайте лучше броньку качну. Что-то быстро меня выносит, хочется немного дольше жить. Вот, потому что все-таки ПВП такие, знаете, каждый раз бежать очень долго, на самом деле, до этих синих пацанов. Я не понимаю, как мы вчетвером выигрываем пятерых, реально, может у них кто-то ФК на базе стоит или что, типа, я не знаю, но это странно все равно. Они его правую сторону просто наши фонари даже не захватывают, я не знаю, ну типа для них это левая сторона, возможно они просто не видят этого, но тут реально наши захватили просто пару точек и все, я вон сейчас еще одну точку захвачу прямо рядом с их базой, в наглую и все, я уже фактически могу на их базе стоять. Так, мистер Блок, что-то будешь ломать? Да, 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 смотрите, ломает, ломает, ломает. Так, я одного у них пацана скидывал, он не скинулся, что ли? Так, надо занять по низу, снизу, снизу, потому что позиция самая лучшая. Ох-ох-ох-ох. Фух, все, вальнул, 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 вот теперь захватываю точки. Отлично, захватил, отлично, отлично, теперь здесь. Нифига, на центре захватывают наши точки, что за дела? Что происходит? Кстати, приходя на мои стримы, на Трова, дорогие друзья, вы можете поучаствовать в различных конкурсах, которые я на Кристалликсе разыгрываю. Например, вот прямо сейчас я разыгрываю крылья стимпанковские, которые вот у меня на скине есть. Вот Ритас тут и бегает в игре, он их уже выиграл. Я сейчас покажу вот такие вот крылья, зацените, вот видите, они на мне, ну, трясет немного, конечно. Сейчас Ритаса увидим, увидите их, да, вот и кристаллики, кристаллики, да, поэтому выгодно на моих стримах сидеть, да. Не только на ролики теперь сможете попасть, но еще и какие-то призы на Кристалликсе выиграть. 9 секунд остается, но тут я уже даже могу, знаете, ничего не делать. А, странно, почему Ритас без кредитов, без персы вообще. Видимо, на этом режиме она отключена, чтобы не мешаться. Не знаю. Странно, все, победа. В этот раз тоже такая статистика, но в целом легкая, легчайшая, для величайшая. Ну что ж, дорогие друзья, третий решающий раунд. Нас опять, нас 4 на 4. Наконец-то нас сбалансированно раскидало по командам, здорово. Здорово, теперь я в команде равноценной с моей предыдущей командой. Так, чел перепрыгивает уже, бежит, что он бежит, точку захватывает? Ну, захватывает точку свою, я тоже посижу по сосочку. Ну, блин, чел, ты стройся или не стройся уже, в конце-то концов. Так, все, хорошо, строю, строю, строюсь, как можно быстрее. Ну, понятное дело, что можно еще быстрее, просто я не делаю это быстрее. Так, бежим сюда, захватываем еще одну точку, давай. Вставай, захватили, стройся, стройся, стройся. Нифига, там что, уже мистер Блок, смотрите, просто Бризли Бриджем или чем он там строится, да? Нормально, нормально, почти достроился мой тиммейт, сейчас я вам помогу. Вот так вот пару блоков поставил, и все, и он уже здесь, и мы захватываем точку. Единственное, что нам теперь осталось, до центра достроиться, наш чел строится. Давайте мой тиммейт строится. Ох, там на центре жестко, наши бьют, быстрее стройся, быстрее. Там проблема у нашего мистера Блока. Кажется, мистера Блока уже превратили в мистера Плюху. Ну нет, еще не превратили мистера Блока в мистера Плюху. А вот теперь превратили. И только я вхожу в эту стройку просто сразу же. Минус один сейчас будет. Минус слайм. Мистер слайм. Давай, мистер слайм. Отъезжай. Мистер слайм отъехал. Так, давайте этого убиваем синего быстренько. Бам-бам-бам. В разные стороны его. Бам-бам. Бам, все, завалили, завалили. Ну, мистер Блок сдержал, так сказать, пацанов. Просто подержал их. Мы, значит, такие пришли. И просто, ну, отлупили их за то, что они с нашим мистером Блоком сделали. Да кто им такое позволил вообще? Так, тут синий снизу стоит с прокачанным мечом. Мне до сих пор не дали прокачаться, поэтому я пока просто помогаю тиммейтам и добываю блоки. Потому что блоки мне, если честно, нужны, чтобы построиться до синих. Так, все, хорошо, блоки собрал. Тут я вижу синие слева. Ой, строятся, строятся, уже строятся. Так, давай, оп, оп. Так, отходим назад, он сейчас будет прыгать. Не будет прыгать, на центр прыгает чел, на центр прыгнул чел. И я такой, бах, на него прыгаю. Здорово, мужик, здорово, что здесь забыл, что забыл. А тут нас четверо резко оказалось, просто гопники вылезли, такие толпой напали на бедного пацанчика. Так, этот меня уже убивает, но у меня 8, и знаете, что я их потрачу? Правильно, не на себя, а на команду. Прокачаю команду и прокачаю немножечко свой меч. Ведь самое главное, в первую очередь, прокачивать свою команду. Прокачал команду, выиграл игру, потому что сила не в тебе одном, а в целой команде.
если твоя команда сильна, то ты победишь. Вот, хорошо, перепрыгиваем сюда. Здесь у нас, значит, что-то интересненькое происходит. Какие-то везде они вот эти вот перестроечки свои строят. Не знаю зачем, когда, ну, это просто, ну, тупо. Я взял два блока, поставил, и все, уже тоже здесь. Интересно, отсюда смогу захватывать точку? Не могу. Так, все, мой чел спрыгивает. Нужно сначала бить чела с хорошим мечом. Хотя без разницы в целом. Не, разница была. Нас в итоге обоих убили. Из-за того, что мы убили разных чуваков, а они нас по очереди убили. Блин. Плохо, плохо, плохо. Ну ладно, ничего страшного. По очкам пока что мы впереди. У нас сотка 105 очков преимущества. Это очень хорошее преимущество, я считаю. Центр у нас только что отбили. Это плохо. Нам тут поломали немножечко блоки, но ничего страшного. Можем всегда их построить. Вот таким вот образом, типа вот так вот сделать. У нас-то скорость в целом. Так, одного вальнул, еще одного вальнули. Захватываем центр. Так, мистер Блок, центр захватывай. Я направо побежал. Ты что, налево беги сразу же после этого. Отлично, все, взяли центр. Хорошо жда. Хорошо жда, центр наш. Вот так вот делаем сейчас быстренько. Ох ты, нифига на меня спрыгнул. Как он так ударил меня, жестко. Прям у меня как будто... Как-то странно он меня сейчас ударил, знаете. Вот непонятно, непонятно. Читер, макросник. Я так понимаю, скорость в своей, ну, в этой игре только я качаю для своей команды. Да я понял, я понял. В этот раз никто, кроме меня, решил скорость не качать, видимо. Подумали, ладно, и так сойдет. И вот мы сейчас, возможно, из этого можем начать проигрывать. Потому что скорость как бы нам нужна, понимаете? Скорость нужна, потому что кто быстрее, тот и лучше. Понимаете? Он быстрее добегает до точек, быстрее их захватывает. Вот, ну и все в таком духе. Так, соответственно, вот эти вот пацанчики минус один, минус второй, хорошо. Теперь вот так вот делаем. Тут наша точка, тут наша. Ну и все, мистер Блок, сидим, пусть строится. У нас время идет, но время на нашей стороне. Понимаете, мы-то как бы это, да? Здорово, мужики. Так, минус 2 дал хотя бы, минус 1 дал. Ладно, я все равно хотел на базу сходить закупить себе меч, прокачать. Все равно время есть, они пока строятся. Я просто апну себе меч в целом, почему нет? Отлично, алмазный, фул алмазный меч. Что-то нам еще скорость прокачал или у нас все еще первое? О, вот, апнули скорость, наконец-таки. Моя команда, молодцы. Молодцы, просто красавчики, мужчины настоящие, мужчина. Здесь противники уже простроились, теперь к ним даже стало как-то поудобнее перепрыгивать сюда. Нифига, у них тут стоит штука, берем. Берем, захватываем, пацаны, это что, ваша штука была? Ну, теперь уже моя. Блин, капец, вдвоем забили с алмазными мечами своими, чисто гопота какая-то. Так, все, хорошо. Хорошо, бежим в центр, ну, у нас все, у нас опять, ну, опять третья катка, я не знаю, я так хорошо играю в Майнкрафт, я вроде плохо играю в Майнкрафт, чуваки. В комментариях напишите обязательно, типа, просто, ну, я не знаю, ну, как так получается, что разные люди, даже вот люди, которые со мной в команде выигрывают всегда, типа, иногда бывают люди против меня попадаются, ох ты, нифига себе, ну, тут я лоханулся жестко. Вот, да, вот у меня такой вот вопрос, все, бустер скорости улучшен, ну, все, моя команда красавчики, прокачали скорость на максимум, молодцы. Вот, это я понимаю. Ну, просто как-то, ну, три катки подряд, это подозрительно. Подозрительно, слишком хорошо все идет. Так, хорошо, перепрыгиваем сюда. Перепрыгиваем вот сюда. Главное, чтобы перед мной опять блоки здесь не поставили. Вот эти вот синие. Бам, просто пришел, добил. Ух ты, опять этот чел здесь бегает. Опа, улетает, улетает. Так, 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 так. Хорошо, 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 хорошо. Мистер Блок, ломаем блоки. Все, хорошо. Самое главное душить. Самое главное заниматься душниловым, чуваки. Это вот основная задача в этой мини-игре. Душить, душить. Че он бессмертный, что ли? Я же по нему ударил. Капец, он меня еще и спиной добил. Вот этот криминал мне не нравится, а я им криминал. Мне кажется, он читер какой-то. Он меня постоянно как-то спиной ударяет. Меня он вообще бесит. Не знаю. Ну ладно, он на самом деле нормальный чел, наверное. Просто он как-то вот играет слишком хорошо. Спиной меня ударяет. У меня как-то удары слишком хорошо проходят. У меня уже реакции не хватает. Я просто уже дед, понимаете? Так, ну. Этого вальнул, криминала опять нужно водить. Ладно, у него тоже проблемы с попаданиями. Надо прыжки прокачать, на самом деле нужно просто прыжки прокачать, я чувствую. Да, может, без прыжков все-таки вот не хватает прыгучести, да, в этом ПВП. ПВП здесь нужно. Ой, ну посмотрите, все красное, 8 секунд, все красное. Ну тут как бы, да, опять какая-то каточка в сухую, если честно, дорогие друзья. Видимо, я стал просто богом этого режима. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот мы сегодня с вами поиграли на моем сервере Crystalix в аркады, в Sky Control. Если вам понравилось, то ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Эдмастер. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки.